Дядя Макс, расскажи телезрителям, куда мы поехали. Мы едем в далекий край. О, она так закрывается. Мы поедем за мопедкой. А кто такой мопедка? Мопедка — это сын мотоцикла. Сын? А я думал, дочь. Дочь? Ведет себя как дочь. Ведет как дочь, да. Такой невоспитанный детей сын. Детей не выбирают, понимаешь? Бывают такие дети, которые... Урал! Урал! Ну, короче, вот, поедем сейчас смотреть мопед, возможно, покупать, и, скорее всего, ну, там перекрыты же все карантины, может быть, короче, купим что-нибудь. То есть до пробки и от пробки туда. То есть мы едем сейчас вот в сторону пробки, по-любому. Едем сейчас в сторону пробки в объезд всех блокпостов. Группы есть, спроси там. Нет. Макс, вон она, мопедка твоя уже. Здравствуйте. Вон даже написано 150cc Фантом. Он такой быстрый, что его даже не видно, поэтому он Фантом. 4 строки Nexus. Не, ну мотор похож на настоящий. Ну заводи сам, Макс. Вариатор новый стоит. Это гнуть или как она? Надо следить, показать. Она новая стоит. Поставил ремень, но размером меньше. И теперь постоянно происходит по прокативанию. Вот я хотел ему сделать, чтобы узнать новый. Даже дальше, но пошел то, пока этот ремень разрывается. А старый ремень есть? Нету. Да нет. О. О, а так бывает, ты понял, да, как прикручена морда вместе с этой крутится с рулем. Стоит у меня на улице, да, это не красиво. Я считаю, что это да. Че, как мы его сейчас сюда запихаем-то? Как-то запихаем, наверное. Вот. Погода жесть вообще. Холодно, блин, дождь идет, мокро. Ужасно. Сейчас будем запихивать мопед в машину. Вот так вот загрузили, теперь мне тесно сидеть, но ничего. Вроде влезла тарахтайка, даже бухтит, ездит потихонечку. Вот. Так проводим досуг. Да, дядя Макс? Да. До кого проводим? Привет. А? До кого, говорю, проводим? До досуга. Ага, досуга? Досуга. Ага, ну ладно. А я, знаешь, что думаю? Может быть, вот эту штучку надо переписать на меня? Или там? Ну да, зачеркни его и напиши себя. У тебя документы какие-то есть? Ты представь себе, Гасимом Олегом Петровичем и все. А его не так зовут. Ну, как будет так. Блин, ну да. Сейчас там блокпосты перекрыты, мы сюда ехали, блин, 100 с лишним километров круг. А обратно хотим через пост. Документов на дыр-пыр, только договор купли-продажи. Поэтому все очень страшно. Че, прорываемся через посты. Вон они стоят. Здравствуйте, куда пойдем? Здрасте, домой. А дом где? Станица Азовская. Станица Азовская. Как вы сюда заехали? С Елизаветинской ехали. Что? С Елизаветинской. Сюда как бы заехали? Вы как? Живете где? Станица. В Азовке живем. А сюда, говорю, как заехали? Ну как-то ехали-ехали, да приехали. Не знаю. Странно. Заезд, выезд, да? Ну справа встаньте, пожалуйста. Территория муниципального образования, город Краснодар. Да, въезд, выезд по спецпропускам. Да, вы гражданин, ой, гражданин, регистрация где у вас?
остановиться дальше. Паспорт есть с собой? Есть. Как вы сюда заехали без пропуска? Объясните, пожалуйста. Вот по территории по Краснодарского края. По Федоровскому гидроузелу. Вот туда и езжайте. Где Федоровский гидроузел? Вы полями сюда заехали? Нет. Ну какими полями? Мы так по дороге ехали. Я спрашиваю, не знаю, какими полями. Вот и мы не знаем. Как это станица? Куда мы заезжали? Без пропуска. Там спокойно, никаких постов нету. Там это где? Ну вот гидроузел делали. Он где находится гидроузел? На Федоровске, на реке Кубань. Ну это где он находится? Где он? В каком направлении? Ну вот это где-то там получается. Или вот сюда там, как вы заехали на территорию Краснодара без пропуска? Не знаю, вот мы ехали, никто нас не остановил, ничего, вот ехали и ехали. Мы что, мы же не прорывались тут через какие-то кордоны? Да, прорывались. Вообще по территории передвигаться, да, вы можете у себя по месту передвигаться, по району, по поселку, без пропуска, да, а так вообще пропуск... А вроде будет. Сказали же, что с понедельника можно передвигаться, или я можно что-то... Можно с 10 до 4. Так. Внутри, без самообразования, да, то есть внутри муниципалитета. У вас муниципалитет что? Ну, Северский район получается, то есть нам нельзя, да, из Северского? Конечно, понятно. Из города выехать нельзя. И что сейчас делать? Разворачиваться. Как вы заезжали, так и уезжаете. Знаю, как вы заезжали. Кто вас пропускал, не пропускал. Что, а сейчас не пустите его? Нет. Не, а как так? Как, ну вот нам домой как пробраться? Вот так. Блин, ну вообще прикол. Алло? Сказали сидеть дома, сидите дома, что в городе делать? Давай попозже позвоним тебе. Так. Как станица, где мы колеса покупали? Воронцовская. Мы ехали, знаете как? Мы заезжали в Воронцовск. Для чего вообще в город поехали? Скажите, пожалуйста, сказали, кто вас сидит? Для чего в город поехали? Необходимость какая? За обедом? Дома сидим. Сюда, за... сюда огороды, ну как они... Да, а как мы поедем-то? Вы шутите? Здесь нельзя. Здесь же нельзя разворачиваться по ПДД. А что он заставил нарушить ПДД? Да. И как домой-то ехать теперь? Ну, там помнишь, круговое было, там вроде мы, как бы, получается, Краснодар немножко задели. То есть мы сейчас в Краснодаре? Да, мы сейчас, получается, в Краснодаре. Мы сейчас в Краснодаре без пропуска, и выехать мы из него не можем. Заехать как-то заехали, а выехать не можем. Вообще жесть. За мопедом, говорит, ездили. Ой, короче, какая-то жопа получается. Приехать можно, а уехать нельзя. Второй блокпост. Короче, мы походу домой не попадем сегодня. Ой, блин, у меня на обед так просится. Здравствуйте. А? Откуда вы направляетесь? Домой едем. Где проживаете? Азовская. Азовская, да где? Соседняя. Ну, Северская, да, рядом с Северской, соседняя. Так, здесь пропустили. И то радует. Потому что мы уже в Северском районе. А, в Северском районе уже? Да, уже все можно вообще. А, уже все, не парит. Можно их посылать в район. Раз пропустили, значит, в Северском районе. Жесткая фигня какая-то творится. Вообще неимоверная, несосветная дичь. Короче, тема такая. Выехали мы в 11 утра. Сейчас уже сколько времени, Макс, там? Блин, сейчас скажу. Показывал на приборке вроде у него. Сейчас, короче, уже... Полседьмого. Полседьмого вечера, 18:32. Мы едем, вот если по нормальным дорогам через все, это 30 километров туда, 30 обратно, за час можно было съездить. А мы, короче, едем уже... Сколько? 360 километров намотали? Примерно. Примерно 360 и еще километров 40 до дома. То есть 400 гребаных километров мы проедем сейчас, чтобы вот это чудо-юдо-рыбакит, блин, привезти. Из-за того, что у нас нету пропуска. Мы каким-то чудным делом заехали в Краснодар, а выехать нас уже тупо не выпускали. И пришлось вот кругаля такие наворачивать, ну, дикие. Вообще жесть, короче. Ну, сейчас приедем, выгрузим.
Короче, почти 8 часов мы проездили. Сейчас будем разгружать мопедку. Это жесть какая-то просто. Блин, 60 километров съездить просто так. Сейчас вот поставлю камеру здесь, будем выгружать из Ларгуса. Фу, Лексус! Отлично. Ну что, заведется он после такого? Короче, вот такой мопед, NM Phantom какой-то непонятный, там вон мотор есть, работает, стопарь светится, фара там еще от него, это морда вообще не от него, непонятно от чего, и он отдал еще родную фару от него. О, вот была какая-то такая фара. Ну, короче, вот купили. Макс, что ты с ним делать будешь? Зачем он тебе? Пока еще не знаю. Короче, хочет сделать, чтобы можно было в горы ездить вот туда. И смотреть на всех свысока. Крылья и в полет. Крылья и в полет? Да. Вот. Ну, вот так день провели сегодня.